Когда точно образовалась Федерация бадминтона в Сарове, уже никто, пожалуй, не вспомнит. В памяти остался только год – 1975. Объединил тогда всех любителей бадминтона Эдуард Александрович. Потом федерацию возглавил его сын Рутений Александрович, который, по примеру отца, с детства любил играть в бадминтон. Я еще в школу не ходил, мы во дворе уже играли. То есть отец это дело прививал. Мама играла немножко так. Но отец играл и играл хорошо. Естественно, я тут в паре с ним играл. Ядерный центр всегда поддерживал в своих сотрудниках увлечение спортом. И численность спортсменов-любителей росла. Бадминтонисты стали выезжать на областные соревнования, повышать уровень игры. Тяжело пришлось в годы перестройки. Тренироваться было негде. Тогда в федерации остались только преданные этому виду спорта люди. Все изменилось, когда в город приехал Вячеслав Никитин. Как вспоминает Ольга Ромашова, благодаря этому энергичному мужчине бадминтон в Сарове стал возрождаться. Мне просто есть с чем сравнить, что было и что есть. Это вот фактически с одного дня тренировочного, ну, вот до карантина фактически у нас у них были это, тренировки, мы это происходили практически каждый день. Первый городской турнир по бадминтону провели в 2007 году. Уже в 2008 соревнования сделали открытыми, то есть за победу боролись спортсмены из разных городов России. Если у нас на первое соревнование приехало 3 человека, открытые именно, то сейчас у нас там в среднем около 100 человек, участников. В этом году пандемия внесла свои коррективы в график тренировок и соревнований. И традиционный турнир по бадминтону, который должен был состояться в мае, перенесли на неопределенный срок. Расширенную версию репортажа о становлении и развитии Федерации бадминтона в Сарове, а также о том, кто воспитывает подрастающее поколение юных чемпионов в этом виде спорта, смотрите в программе «Дополнительное время» в пятницу сразу после выпуска новостей в 19:45. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.